Привет, друзья и гости моего канала Мукбанк. У меня сегодня картошечки я наварила, как вы видите, картошечка. Огурчики только что банку открыла, только что. И окорочок пожарила. Я их 4 штуки пожарила. Приятного аппетита. Вода. Ванда. Моя любимая Ванда. Глотнуть. Погнали наших городских. У меня хлеба нет, потому что картошка хлеб. У меня здесь я тут маслица налила в картошечку. Не видно, да? О, какая вкуснятина. Только-только с пылу с жару. Вот эти огурцы, друзья, сладкие. Тоже побольше сахара ложу. Сыпьте побольше сахара в огурцы. Во! Обалденные огурчики сахарные. Во! Сыпьте побольше сахара. Знаете, где я этот рецепт взяла? Ой, как они хрустят. Хрустки такие. Голова садовая, канал, тетя Таня. И вот там полистайте, поищите, где она консервирует, сидит огурцы. У себя в комнате сидит, в баночке накладывает огурчики, рассказывает, как да чё. Кто любит вот это? Знаете, что это, да? У курочки самое вкусное. Вон какая курица обалденная. Приправу для курицы купила. Прям обильно посыпала побольше. Ой. И на медленном-медленном огне она у меня жарилась. Во! Вот эта приправа для курицы. Восточный гость. Очень вкусная приправа. Очень. Просто обильно посыпала приправы и все, и на сковородку. Огурцы отпад. Курица отпад. Хозяйка отпад. Все шутка, юмор. Ой, вкуснятина. Такое послевкусие. Восточная курица, приправа обалденная. Ну, знаете. Кушаем руками, да? Ум отъешь. Ну, огурчики это вообще супер. У нас 22. У меня постелена скатерть. Ну, вдвойне сложила салфетку. Полотенчик ХБ. Вдвойне постелила. Вдруг капнул. Постирается. Ой, я вчера до полуночи все отодвигала, все вымывала капитально. Перестановку немножко сделала. Утром встала, у меня так... Крестец, у меня поясница болит. От огурцов не могу оторваться.
Мне вкуснее. Сейчас наедимся, пойду. Грабли в зубы пойду грести. Листвы вот так насыпано. Ой, курочка отпад. Боже, курочка отпад. Вот я тебе масоли к барсику оставлю. Ой, какая она вкуснятина. Господи, какая же она вкусная. Ой. Руки чистые, как у кота яйца. Про кота заговорила, вот он. Сиганул, прыгнул. Ой, приправа обалденная. Индия, да? Я люблю смотреть Индия канал. Индия, Нигерия. Нигерия вообще не приколисты. Там такой юмор идет. И вот Индия, я одну семью смотрю, мама с сыном. Все едят руками, они так аппетитно едят. Мусорка прошла, слава богу, сейчас мусор заберут. А то я хотела вынести, а там полно, это весна же. Все гребут, там этих столько мешков. Положила, скажи, сверху. Моя тарелка, что хочу, что я делаю. Ну что, барсик. Вот это, наверное, масолик, вот этот, как вы знаете, масолик. Ну, внутри бедрышко. Само бедро, вот эта косточка. Сейчас я тебе, барсик, ее оставлю. Сколько вкусмяки. О, тут и мяса много, барсик, и хрящички какие, а. Тут тебе обожраться. Ой, какая вот эта шкурка вкусная. Приправа восточная, обалденная. Я раньше делал цыплят табака. Там идет побольше чеснока. Это очень вкусно. Это у меня завтрак. Время 12. Я еще маковой росинки не было во рту. Вода была. Господи, какие огурцы вкусные. Зайдите, Голова Садовая, тетя Таня, канал, где она консервирует огурчики. Вот рецепт, и вы будете делать всегда так. И много сахара сыпется, огурцы отпад. Это кураж. Они небольшие, огурчики мои. Кураж.
Вкуснятина. Цыгане ходят, листовки разлаживают по заборам. Они ремонтом занимаются, цыгане. У нас здесь столько строительных бригад. Бригад на бригаде. Стенды на остановках все облеплены. Сосед вот у меня. Во. Бригада. От А до Я делают дом. Могут даже построить дом. Все, вот он себе. Дом построил, другой дом построил. Продал. Потом уехал на север. Вот через забор мой сосед. С женой уехал на север. Разошелся, приехал сюда. А тут мама жила, соседка. Через забор был. Ну и тут. Вскоре мама умерла. И вот он себе. Одноэтажный был дом. Второй этаж сделал. Отпад, курочка. У меня там еще яблоки. Компот стоит. 3 трехлитровые банки. В этом году жива-здорова буду, надо будет винограда сделать компот. Так же точно, как вишни, яблоки закрываешь, сиропом заливаешь и все. Ну, сначала кипятком, а потом снова, а потом сахаром. Заливаю второй раз. И все. Вот компост винограда. Если не делали, сделайте. Не могу оторваться. Огурцы настолько вкусные. Вот ела бы и ела. А рассол какой. Вот как у помидора заливаете с сахаром помидоры, да? 8 банок на 3-литровую. Во! Вот то же самое огурцы. Во! Хрустящие. Хорошие. Вот на минут хрустящие. Соседи наши уже вышли в огород. Помидоры сажают. Вот такие уже помидоры. Но они под парник. Под пленку. Да, огород начался. Вдумайтесь, друзья, 9 соток. Это долбануться. Это очень много. Я уже начинаю обжираться. Но я наелась, друзья. Я картошки наелась. Картошки все. Для натюрморта, как всегда, много кладу. Но потому что я еще ничего не ела. Я с вечера ничего не ела. Встала в 7.
Ролик загрузила. Вот пока отредактировала. Пока заготовила. Вон барсик тебе сколько много. Там и мяса много. Поешь. Все, друзья, поралась я. Наелась я. От души наелась. Всем приятного аппетита, кто еще кушает. Доброго дня всем. Позитива, радости, несмотря ни на что. Женя, тебе привет. Черкани в WhatsApp. Что это вот означает вот так? Ладно. Фотографию мне прислал. Ну все, друзья. Благодарю всех, друзья. Подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Вам не трудно, мне это будет приятно. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, на этом все, пока.